Я никогда не мечтал быть космонавтом. Для того, чтобы открывать новые вселенные. Потому что качественно обустроить большой кусок вселенной я не чувствую в себе ни силы, ни желания. Самое главное. А вот какой-то маленький, с каким-то там ближним кругом. Мне нравится это делать, потому что это подчеркивает мое уважительное отношение к людям, и это, в свою очередь, заставляет людей, даже не заставляет, а располагает людей относиться ко мне соответствующим образом. Вот. То есть подобное, оно как бы провоцирует подобное, и хорошее отношение к людям провоцирует хорошее отношение к тебе. Галантерея – это мелочи, но для меня мелочи очень важны. Я помню выражение, которое я вычитал в свое время, не помню где, о том, что мелочи поучительны, потому что позволяют застать эпоху врасплох. И это часть моей философии. Я не мыслю глобальными категориями, я не хочу изменить всю Вселенную, но я пытаюсь максимально изменить мир вокруг себя. И в том числе через это, через то, чтобы наполнить его какими-то приятными мелочами, которые как раз вот являются тем маркером эпохи. Для меня это не произведение искусства, для меня это не великие писатели, а для меня это то, из чего люди пили чай и в чем они ходили. Но настоящей эмоциональной ностальгии по этому времени ни у кого нет, потому что непонятно, почему скучать. Нет цельности, нет стиля эпохи. Да? Но скучать по своему детству – это одно, а скучать по тому, что была эпоха, чем была эпоха. Это другое. Мне кажется, что наша эпоха сейчас – это эпоха абсолютного как бы отсутствия единого стиля. И каждый будет скучать по-своему. Там, я буду скучать по этим шторам, я буду скучать там, по вот этим яблокам. Ну, то есть по тому, что в этот момент составляло мою жизнь. Но я не могу сказать, что я буду скучать по эпохе. С другой стороны, меня вот воодушевляет образ такого рабфаковца. Да? То есть человека, который вот окультуривается, он находится в процессе. Он пробует новые знания, пробует новые вещи, новый образ жизни. Он ходит в кино, в парк Горького и с девушкой в оперетту. Например, вот эта фотография, это слесари-механики празднуют десятилетнюю годовщину Октябрьской революции. И вот если взять крупный план, посмотреть на образы, в которых они сидят, то у многих из них бабочки. Вот слесари-механики, там примерно как бы половина из них в галстуках, из этой половины примерно там 20-30% бабочек. Вот. Как бы для меня вот это первичнее, даже не проект, а вот как бы наши слесари-механики.